2014 году он купил газель «Навьяз» за 750 тысяч рублей. Прям вот. Ребят, напоминаю, что сейчас все это можно сделать в рассрочку. Ну... Так, друзья, всем здравствуйте. С вами Александр, компания TenBest. Всех приветствую на нашем канале. Всем большой привет. Хорошего настроения. Смотрите, сегодня подошел к завершению очередной проект. Сделали переоборудование «Газель Next» до длины 6,2. Сделали для Ришата из Башкортостана. Собственно, Ришат. Всем привет. Башкортостан большой, откуда вы? Село Кушнаренково. Село Кушнаренково, ну, что, накатим всем землякам, значит. Грузоперевозчик, моя, пользуюсь случаем, Артему, Айнуру, вы тоже по большому приветику и всем, кто у нас был. Ну, у вас с чем вообще было связано переоборудование? Че? Ну, под своих клиентов, прежде всего, длина нужна была. Ага. И кубатура. То есть вы уже как-то работаете в работе? Да, у меня 50% клиентов это не айтишные, а свои. А, уже под свою работу. Да. Понятно. Но вы эту машину, это вновь приобретенная, да, у вас, я так понимаю? Да, машина 2013 года, купил месяц тому назад. Дизелечек, естественно. Да. Ну что, почем нынче машина 2013 года? Купил я его за 800, ага. И вложил сейчас где-то 406 у вас. Ага. Потом сейчас усиление рессоров, где-то десятка, ну и все. Ага, то есть за 800 взял, 406 у нас, ну плюс-минус, короче, 1 250 000 примерно выходит. Вот самое главное, самое вот недавно разговаривал, был тоже с Уфы, Айнур у нас. В 2014 году он купил «Газель» «Навьяз» за 750 тысяч рублей. Прям вот он ее купил за 750, реально. А мы ее в 2021 году за 800 ищем, чтобы ее купить хорошую. Да, только у нас такое бывает, наверное, по-любому. Ну ладно, давайте расскажу, покажу по вашей работе, что сделали. Тем более, цену уже озвучили, надо ребятам показать, что вообще в эту стоимость вошло. Смотрите, ребят, фургон у нас получился 6,20 длина, 2,20 ширина и 2,30 высота. Такой без борща, гармоничный, хороший фургончик. Вот. Колесная база, как всегда, 5,495. Пойдем, покажу вблизи все, что тут мы сделали. Сразу нам бросается в глаза этот цвет тента серый, плотность 630 грамм, натяжка, барабан, все четко, пыльник резиновый, примыкает очень плотно, хорошо. Дальше, что, ну это как всегда, это ремешок силикон, тросик пломба. Пойдем по низу покажу, здесь у нас кронштейн запасного колеса, шоколадки, косынки, усиление, вот шоколадочка. Смотрите, она у нас какая толстенная. Поперечно 60 на 40, 60 на 40 и основание. Вот. И горячий катный швеллер. Десяточка. Так, подкрылки ППХ. Здесь у нас ящик Дакин 600-очка. Вот. Также парами получается тройное усиление. Это середина, подкабина и хвостовая часть. Вот. А, кардан. Кардан у нас два подвесных. Шлицевое, новый. Также установили дополнительный топливный бак на 140 литров, Ришату сделали. Вот, установили. Дальше, давайте пройдусь, покажу, что дальше. Также дальше, да, сразу здесь мне бросается в глаза. Это у нас обтекатель компании Dakar на «Газель Next» в цвет автомобиля. По этой стороне пройдемся, покажу. То же самое. Швеллер, поперечные косынки, усиления, стремянки. Вот они в гальванике. Вот. Ну, все четко, как всегда. Четко, качественно. И здесь то же самое. Красота. Также, ребят, напоминаю, что сейчас все это можно сделать в рассрочку. Ну, не все. То есть рассрочку нам банк дает на сумму 300 тысяч равными платежами на 6 месяцев по 50 тысяч в месяц платеж. Сзади ворота ламинированная фанера, фурнитура пуш по 3 петли на сторону. Так вот. Здесь у нас идет лесенка.
такая чудо-лесенка. Так, заглянем внутрь фургона. Обрамление портала, как всегда, нержавеечка. Все четко. На полу ламинированная фанера 18 миллиметров толщиной, первый сорт, не второй, не третий, не четвертый, первый сорт, качественная. Все на герметике в круг положено, то есть вся фанера, все стыки, вот лист с листом, где стыкуются, на всех поперечинах, все это проклеено полностью герметиком. Вот. Обрешетка, три доски в ряд, багорик на штатном месте, крыша на каретках, система антилет и вот с пластиковым шарнирным механизмом подъема тента. Это наша хлопушка, фирменная, да, заводская, в гальванике. Ржаветь не будет, тоже долговечная, качественная. По тенту. Вот они все в клеечке. Все. Все проклеено, усилено тент. Кармашки под доску. Также вот смотрите, подточка передней. Подточка спереди передних люверсов, чтобы вода не затекала в фургон к вам, чтобы все было сухо. Вот. Ну и колец, 8 колец грузозацепов в пол. Сейчас мы проверим, прокатим крышу. Все вообще четко катается, на самом деле, прям. Сами пробовали? Нет еще. Прям вот я приезжал, машина именитого конкурента к нам тут, ну, там они регулярно приезжают на доделки за ними. Вот алюминиевая крыша у них, прям я тоже прокатил и прям, ну, прикольно, но от нашей она вообще не сильно отличалась. Вот. Вы нас выбирали, с кем-то сравнивали, может быть, что вообще? В основном смотрел ваши ролики, мне все понравилось, и вроде плохих отзывов вообще нет. Ну и сами решили попробовать. Да, конечно. Ну, сами приехали, вот ваш фургон. Че, сейчас ролик снимем, выложим, ребята тоже все увидят. Ну да, всем советую, все отлично. В годах еще мы проверим, да, как это будет работать. Все, обязательно ждем всегда этот фидбэк и отзывы. Вот. Но мы стараемся, на самом деле, чтобы все... Время покажет. Да, время покажет, как все скажут. Вот. Ну а так что, вроде все. То есть по работе у вас вышло 406, да, по нашей вот это все? Да, угу. Ни копейки больше. Ну все, класс. Что, ребят, все показали вроде, да? Все как есть. Решат все сказал. Все вы увидели сами. Вот. Что, всем пожелаю удачи на дорогах, крепкого здоровья, вот, и успехов в делах. С вами был Александр, компания TenBest, и Решат из Башкортостана. Все, всем пока.